Сейчас на главной площади города ведется монтаж светодиодного тоннеля. Такая необычная фотозона появится в Анапе впервые. Если идея понравится жителям и гостям курорта, конструкция будет работать круглый год. Гирлянды создадут эффект звездного неба. Россыпь новогодних огней будет украшать ярмарочные домики, которые откроются к концу месяца. Критику вызвал старый киоск, стоящий рядом с площадью. По Роспечати, Эдуард Викторович, посмотрите, может его надо перенести куда-то. Также глава города Юрий Поляков поручил установить над каждым ярмарочным домиком навесы. Прохожие смогут укрыться под ними от дождя и снега. Привести в порядок театральную площадь нужно в кратчайшие сроки. Вам с торговлей это все, да. Плитку выстелить, навести в порядок, а тротуар. Пожалуйста, в понедельник на планерке доложите и расскажете, какие снимки, что придумали, что как сделали. Надо вот это все быстренько навести порядок. Главное украшение Нового года – елку уже устанавливают специалисты Ремстроя. Зеленую красавицу высотой 22 метра только вчера привезли из Москвы. По словам руководства, рабочие завершат монтаж к концу выходных. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа регион.